господи. Алло. Акса. Алло, надо как-то в общий, извините, как-то в общий надо. Все, ладно, я сейчас тогда перезвоню в общий. Давай, потому что, да, там... Вы обычные люди, поверьте, вот перед тем, как Ленин в свое время сделал их всем еще раз привет. Самое, ну, пока их не научила жизнь, как делать революцию. Но революционеры, они, ну как бы сказать, они на 15 минут нужны. Вы должны заранее настраивать себя, чтобы страну поднять и руководить страной. Это как шахтеры. То есть, поверьте, это не просто прийти во власть, вы можете даже не взять сейчас власть в руки, но если, вот условно, я так скажу напрямую, если вы послушаете людей, вы очень быстро станете в Украине самой большой партией. То есть, ну такой, именно сила людей. То есть, как назвались, так вы и будете. Но при этом вы должны заранее понимать, то есть людей-то слушать придется. А вот тут начинается самое интересное. То есть ли люди в партии, которые могут слушать? При этом вы заранее должны понимать, если я правильно понимаю сейчас ситуацию в Украине, в каждом селе, районе, области хотя бы по одному человеку уже должны иметь. Уже должны иметь. А насколько я владею ситуацией, у вас людьми очень тяжело. Подчеркиваю, не с функционерами, не с руководством, а с обычными людьми, которые просто верят. Они точно знают, что сила людей поможет. Почему поможет? Потому что в селах, районах, городах выиграете вы выборы, не выиграете, все равно изменения пойдут. А вот какие? Потому говорю, мне бы очень хотелось, чтобы сила людей сама себя услышала. Чтобы не руководство, в основном в партии должно быть единоначалие. А у силы людей немножко другой должен быть подход. Чуть-чуть другой. Вот чтобы Нужно сформировать некую инструкцию, которая достаточно легко дублировать. Нет, нету инструкции. Нету инструкции в понимании того, как вы обычно привыкли, как люди. То есть резетку надо брать мокрыми руками и втыкать, потому что тогда ты почувствуешь удовольствие от жизни. Ну, как минимум... Поверь, нету людей, Валерий. Нету людей сейчас, которые вам точно скажут, как надо. Валерий, вы только что сказали, надо слушать людей. Это же прекрасная идея. Во-первых, их нужно не только слушать, надо еще и записывать, что они сказали. А по сути, это означает фиксация этих, потребностей. Иными словами... Давайте вы будете говорить, а я буду с вами соглашаться. Мне вот очень будет полезно. Берем село. Ваше мнение. Что делать в селе сейчас? Нужно... Чтобы вы понимали, вот я хочу, чтобы все села были за партию. Ну, туда нужно, получается, что туда должен кто-то прийти, если там нет интернета, и с ними пообщаться. Нет, вот поверьте, там если вы лично приедете туда, вы будете очень сильно разочарованы. Я по своей, как бы... обязанностям обязан ездить по селу. Мне самому интересно, как человеку. Я их в лоб задаю вопрос, они не знают, что надо. Они говорят, дай мне дай управляющего, дай человека. Вот если бы сила людей поднялась, я имею в виду, что партия, то есть как можно было бы с партии выделить людей, которые по селам разъедутся и подымут села? Валерий, я больше скажу, вот партии сейчас именно нужны такие люди, как вы, потому что сейчас она как бы в этапе становления. И, Ребят, я вам честно, в партии сейчас не нужен сию секунду. Почему? Потому что я приду в партию, поверьте, я дисциплину такую сделаю и много чего сделаю, то, что вам не понравится. Почему? Вот это вот и нужно, менеджмент, эффективный менеджмент. Честно, да, этого нет. Сейчас вы хорошо, что я чуть не сказал, что диктатуру пролетариата там устрою. Для меня чем хороша ситуация? Чтобы вы заранее понимали, вот я такую маленькую подсказку сделаю, а вы просто сориентируйтесь, может, потом поможет. У каждого человека, вот, ну, просто в партии, есть родня, есть друзья, знакомые. То есть они не придут в партию, но они могут проинформировать своих. То есть за буквально там 2-3 недели всю Украину можно на уши поставить. Но при этом надо какую-то морковку придумать, чтобы людям было интересно прийти в партию. Ну, не то, что в партию, чтобы по селам, районам, городам сразу организовали сейчас ячейки. Даже если там 2-3 человека будет, ничего страшного. Мне очень хотелось, чтобы очень быстро Украину, в свое время самопомощь очень быстро взяла как бы группу людей по всей Украине. Ну, просто как-то у них очень много людей оказалось в нужном месте, в нужном параметре. Поэтому по мне, что надо делать, чтобы сейчас те люди, которые сейчас отвечают и занимаются людьми, чтобы быстро взялись за дело. Ну, Оксан, ты сейчас расскажи, что ты планируешь, какие у тебя... Что я планирую? Я хочу в каждом селе, в каждом районе и городах 10 инвестиционных проектов сделать.
для рабочих мест, чтобы жители населенного пункта имели работу. Это децентрализация, чтобы прошла, она там будет, не будет, проведут, не проведут, но жители будут готовы к любым испытаниям. Почему? Потому что у них просто все, в селах, районных городах будет просто по-человечески работа. Работает такая вещь, конечно. Да, сейчас бросит статью перехода, стратегии перехода. Как раз да, вот да. Эта статья, она показывает возможные варианты перехода от капитализма к социализму при современных условиях. И там как раз вот разворачивается... Я сейчас вас всех пью, давайте сделаем проще. Давайте как-то обменяемся информацией. Я могу на звук просто озвучить свою электронку. То есть электронный адрес, он очень простой, чтобы если есть чем записать, ну просто подготовьтесь, а потом уже будете... То есть все, что вам... Вы можете сейчас вот из лички скачать эту статью. Рассказывает, что партии как таковые и государство, оно уже отжило свой. И лезть туда только трата лишней энергии. Если вы хотите действительно Украину поднять, то вы должны... Я с вами согласен полностью. Даже не обязательно. Я полностью на вашей стороне. На вашей стороне. Почему? Потому что то, что творится в России, вы знаете. Лучше, чем я даже. Хотя я лучше знаю вас, потому что я за этим слежу. Меня больше сейчас интересует, если есть чем писать, если подготовились, то есть, значит, имя девушки по-английски, Вира, то есть первая птичка, потом и буква... Вира. Это что Вира, за... да, Вира, Вира. Вира, да. 2005, без пробелов, без ничего. 2005. Вира. 2005, да, без пробелов, без ничего. Собака, super.net. Все, то есть все, что вам надо, сбрасывайте. То есть не стесняясь, прямо так и пишите. Хочу, чтобы вот что хочу, то и пишите. То есть надо, не надо, уже разберемся. Если вам нужна какая-то информация, так и пишите. Хочу, чтобы у меня там была какая-то программа партии. Ну, пошкребем, найдем. Но меня больше устраивало, чтобы вы заранее понимали, что самой программой вы не возьмете людей. А можно еще раз e-mail? Давайте. Пожалуйста, значит, Вира. Значит, птичка, украинская точечка и Вира. Р английская и А английская. Ну, в смысле, наша так. Английская. То есть, четыре буквы, они простые. 2005 без пробелов. Цифры, в смысле? Ничего. Да, да. 2005. Так, а дальше? Потом идет собака. Потом собака. Укр.нет. Ну, это украинская... Я вот всем в чат написал, чтобы уже повторно не приходилось. Если что, ага. Я надеюсь, оно да. Правильное. Да. А потом, если какая-то информация надо, я вам через электронку буду посылать. Если надо кого-то еще привлекать, то есть не стесняйтесь. То есть, если надо какие-то письма, я вам подготовлю, порассылаю там по Украине, по России. Потому что по России сейчас очень большое количество людей, которые хотят построить экологически чистое жилье. Вот я как-то сошелся с ними в понимании того, что они что-то хотят. Они мне тоже там и в контактах везде много чего пишут, почему. Они бы взялись что-то делать. Вот это нормально. Но как всегда, у них нету ни координаторов, ни лидеров. То есть есть просто группы людей, которые, ну вот им кажется, что они правильно понимают ситуацию. А это с разных организаций, да, такие люди, или как? Ну, я не знаю, как... Ну, с теми, что я переписываюсь, это практически, начиная с Камчатки, кончая возле Ленинграда, там дальше чуть-чуть территория, то есть практически вся Россия по каким-то параметрам, им кажется, что экологические жилье или поселение, или работа на земле их выручит. Я понимаю, что большая территория отдана под Китай, там Китай осваивает Россию. И по всей России, ну, президент как бы вплоть до того, что по всему миру сейчас ищут староверов даже. То есть, ну, чтобы как бы вернулись в Россию. В России, ну, смешная ситуация, ну, просто не хватает людей. То есть, а такая территория большая, что ее можно осваивать и осваивать. Ну, я прослушал, что там? Пикает. Что прослушал? Я кто-то что-то сказал, я прослушал где-то далеко. Никто не говорил. Значит, смотрите, если брать Украину, вот чтобы понимание было, я ну как бы свое скажу, потому что я силу людей прочитал и так, просмотрел, поспрашивал.
мне бы очень хотелось, чтобы автоматически выиграете вы что-то, не выиграете, размножайтесь как кролики. Вот в буквальном хорошем смысле слова. Почему? То есть, если надо кому-то чего-то, ну, я сейчас не в самом Киеве, под Киевом, могу приехать в Киев, сядем, поговорим, нарисую, как бы, чтобы вы развивались. Надо поговорить еще там по скайпу или встречаться. Мне бы очень хотелось, чтобы до зимы, чтобы каждое село, район и область имели перспективы развития. То есть будет инвестиционный проект, не будет, есть люди, нет людей, но чтоб ваша партия, именно ваша партия заявила, ну они должны понимать просто высшее руководство, что развитие Украины без технологического прорыва, просто по-человечески, чтобы мы понимали, что ну, смотреть наперед невозможно. Почему? Если мы в селе будем вот так, как всегда делали, ну как обычно, там, давайте что-то робить, мы никуда не придем. Я вам скажу сейчас фразу, от которой вы ну, просто не ожидаете. Я хочу, чтобы в селах Украины, в каждом, вот 50 тысяч сел хочу, чтобы быть колхозы будущее. Но это не колхоз в вашем понимании, это очень большой холдинг. Очень большой. То есть там такие возможности будут, потому что в мире сегодня голод, большой голод. И вот эти 50 тысяч колхозов, они дадут возможность, не скажу накормить, но Украина будет одним из самых больших поставщиков продовольствия для ООН. Очень интересно. Да, там что-то, шумы какие-то, если кто-то что-то хочет сказать, кричите. То есть, если партия встанет как бы на лыжи, будем так говорить, и начнет развивать села, района, города, то есть, надо, чтобы партия понимала, вот не просто там люди, а партия. То есть, на сегодняшний день надо сделать, ну, как скелет у человека, правильно? То есть, скелет партии, то есть, группа людей, которая на месте в селах, районах и городах, будут знать, что надо делать. Ну, простой пример по Харькову. Что можно сейчас предложить? На руках 10 пальцев. 10 инвестиционных проектов развития города. Все, город ваш. Ни Кернер, никто там не сможет противостоять вашим. Как бы не обещаниям, а развитию. Почему? Потому что вот тут начинается уже борьба как бы финансовая. Кто сильнее? Для партии могу сказать наперед. Такого тоже не ожидаете. Все люди, которые живут в городах, районах и селах, это самое, мне бы очень хотелось, чтобы они стали соучредителями от того бизнеса, который будет после инвестиционных проектов. То есть это сразу гарантия громады. Ну, Валерий, у нас в России это называется кооперативы, где, скажем так... Нет, кооператив немножко по-другому звучит. Это группа людей для того, чтобы иметь работу... Все. Юридически вы дальше не двинетесь. Ни по украинским, ни по русским законам. Ничего не сделаете. У нас немножко другая ситуация. Наперед. Вы просто понимали ситуацию. Если в городе будет что-то, что объединяет людей и дает материально-техническую возможность развиваться населенному пункту, а без людей это сделать нельзя, потому что сейчас украинцев заставляют быть громадою. Денег не дают, ничего не дают, чиновники останутся те же самые, ну те же самые, ничего не поменяют, ну фамилии может поменять, а практически, ну кто-то перейдет в другую должность, ну чиновники останутся те же самые. Валерий, а вот тут же ситуация... А что вы предлагаете вместо кооперативов для организации вот этой самой долевой собственности? А, любую форму собственности, которую потянет населенный пункт, либо граждане, которые, ну я не знаю, по России там у вас масса вариантов есть. Я не знаю, как вы, мне бы очень хотелось по Украине предложить для нового государства, то есть не сейчас, как есть государство, для нового государства, то есть любой бизнес, который народ сам учредит, то есть отдать государству новому какую-то часть, чтобы была государственно-приватная часть. То есть мы будем кормить государство, мы будем его любить. Почему? Потому что мы его создадим. Потому что сейчас в Украине юридически, когда... Рассоединялся Советский Союз, произошел очень сильный обман, то есть вся собственность, которая перешла с России, ну, то есть Советского Союза, даже не с России, с Советского Союза в Украину, то есть там произошел очень большой обман, россияне что-то не додали нам, но то такое дело, пусть разбираются политики, а народу ничего не было отдано, то есть государство, чиновники не передали собственность
народу Украины. То есть на сегодняшний день украинец ничем не владеет. Гражданин страны, имея паспорт на руках, в документах он пишется физичная особа, которая должна платить налоги. Но при этом она ничем не обладает. Но ничем. У нас в России та же самая ситуация. У нас... Не-не, в России там другая ситуация. Там вот, я не буду хвалить Россию и не ругать. Я просто люблю Россию по-своему. Я родился в Советском Союзе, поверьте. Сибирь моя тоже. Нефть в Сибири моя тоже. Ну, чтобы понимание было. То есть Москва моя. Я люблю ходить там. Все, мне политика не мешает. Пока меня не трогают, я лоялен. Тронут меня, поверьте. Я Россию переверну раком до горы. Чтобы понимание было. Пока они понимают это, потому что разговор такой был, то есть можно тронуть, я говорю, троньте, посмотрите, что будет. То есть я сейчас делал бы для России немножко по-другому. То есть Россия в будущем, не сейчас, имеет очень большие перспективы, действительно, не скажу перегнать там Китай, Америку, все. То есть страна уникальная. Наши предки, ну просто молодцы. Ну такой кусок земли отхватили. Просто надо научиться ним управлять, и все. То есть там страшного ничего нету. По моим подсчетам, по России должно быть 2 миллиона эко-поселений. Вот вы будете смеяться, я бы с радостью их профинансировал. Но я не знаю, кому деньги давать. Ну просто, чисто по-чески. Я смотрю на них, я же понимаю изначально, что они дома себе настроят. Лично себе он дом построит. Красивый, деревянный, ну лялечка. Ну и все, а дальше что? Больше ничего не будет. То есть это не ругая Россию. Но при этом, я же заранее понимаю, вот я не поверил, когда сказали, что там Китаю что-то отдали, точнее даже не территорию отдали, разрешили поселяться, ну, пустили немножко в Россию китайцев. Я не поверил, поехал, посмотрел, и китайцев как бы не трогал. Ну, а что, виноваты, им надо где-то жить. А я спросил просто русских женщин. Они говорят, Валера, а что делать? То есть не пьет, не курит, зарплату домой приносит. Он, смотри, какие дети хорошие. Я довольная, как женщина. Ну, всем довольна. То есть, ну, у меня, честно, даже претензий нету к китайцам, потому что, ну, действительно, и там миллиарды, куда им селиться? Они друг друга на головах живут. Если кто был в Китае, это страшное, что там творится. Плюс они экологически себя уже так заморали, что... Потому по-человечески Россию можно осваивать. Я не знаю, как вы, я даже в Украину их привез, этих китайцев. Но они размножаются очень быстро. Очень. То есть мы через 3 поколения уже Украиной не будем. Потому что с Китаем шутить не советую. Ну, получается, получается России тоже уже не будет, потому что уже все началось. Ну, Россия, понимаете, это многонациональная, то есть это территория, на которой живет очень большое количество населения. Мне не очень хочется, чтобы Россия распадалась, потому что есть вне России и в мире люди, которые хотят, чтобы с Россией что-то случилось. Я не хочу, чтобы Россия распадалась, я хочу, чтобы Россия не сию секунду, набралась ума, поверьте, там ума хватает. И чтобы сами люди, вот так договорившись с друг другом, на своем месте, то есть в селах, районах, городах, взялись за что-то. Вот. И проинформировали, естественно, друг друга. Тогда мне будет понятно, что можно делать. Так. Потому что в Санкт-Петербурге живут очень умные люди. Ладно. Я подходил, посмотрел, повстречался. Все, ну умничка. Давайте возьмемся за что-то как раз. Михаил, ну что? Я так полагаю, вы единственный, кто будет участвовать? Ну, можно это попозже сделать, не обязательно сегодня. Договориться там, когда-то там сбросишь всем какой-то день. То есть сейчас все-таки времени час, нету, там, да? Сколько... Не, ну сейчас могу я час уделить. Ну, что ты с одним будешь? Продуктивность какая? Хотя бы 2-3 человека. Нет, тут как раз много не нужно, как раз наоборот. Я все равно делаю записи, то есть я буду объяснять как бы максимально понятным языком, и если кто-то в записи будет смотреть, это в любом случае будет польза. Поэтому мне нужен хотя бы один человек, чтобы я лично сам понимал, потому что для меня это в новинку, что непонятно. Ну хорошо, давай тогда сейчас, мы через 15 тогда выйдем. Хорошо, хорошо. Все, договорились. А пульт где? Так, ну что, тогда... Я не очень понимаю. Олег, ты вроде говорил, что у тебя времени сейчас нету. Алексей вроде тоже, как ты говорил. Ну, даже больше не времени, а чтобы, ну, осваивать дополнительные какие-то знания. Ну, в общем, я понял. Так.
Валерий, я тебя выслал на почту, ты увидел? Я тебя выслал. Я после разговора потом почту просмотрю, отвечу всем. Просто задавайте вопросы, я буду по мере поступления как бы отвечать. Хотел, вопрос такой интересует, Валерий, вот я как бы иду через политику, хочу изменить страну. Вот что ты на этот счет можешь сказать? Ну, я не знаю, как вы в Верховной Раде были? Не был. Не был. Там, если вы телевизор будете смотреть, вот ближайший там день-два, посмотрите, там трибуна, ну просто, чтобы вы понимали, и ряды кресел, правильно? Кто? Ну, я говорю, там в Верховной Раде трибуна, ну вы же по телевизору видели трибуну, правильно? Да. Отлично, то есть ряд кресел, ряд депутатов. То есть вы видели по телевизору, правильно? Да. Отлично. Там последний ряд, последний, вот ним, в смысле, балкон висит, там журналисты сидят, и последний ряд. Вот на этом ряду можно решить любые вопросы. Советую каким-то образом попасть туда, и ради интереса. Вот я когда появился в Украине, приехал туда, я сразу пришел, то есть привели, представили. То есть, поверьте, большинство вопросов можно решить очень быстро, если знаешь заранее, куда идти и с кем разговаривать. Потому через политику, но как бы вам объяснить, к чему вы придете? То есть, это то же самое, что вы в болото прыгнете, а потом вылезете и пойдете как бы гулять по городу. Вы не сможете остаться чистыми. Ресурсом, сейчас бюджетом государства распределяется олигархи. Вот. Ну, поверьте, олигархи не имеют к этому никакого отношения. Это вам сказали, вы поверили. Я вам приведу даже не пример, а чтобы вы понимали. То есть, я первый раз, когда посмотрел отчет Национального банка Украины, просто есть такие документы, в Украине их достать невозможно. Я в Америке в библиотеке их нашел. Я случайно просто попал, ну там набрал, вижу, есть, я говорю, хочу увидеть. Мне принесли. То есть там можно все найти. То есть я посмотрел, Национальный банк отчитывается Америке. То есть не украинскому народу, не правительству, а главный учредитель нашего банка украинского, национального, Америка. Там в Штатах есть определенные структуры, которые учредили как бы его. То есть не народ учредил его, а непонятно какая структура и непонятно, кто ним руководит. Ну, объяснить, почему сейчас человек, который руководит Национальным банком, ну, как правильно ее политику? Вы знали, откуда ноги растут. Ну, по мне, если вы пойдете в эту политику, ну, будет тяжело потом отмыться, потому что вы в любом случае, ну, если вы в какую-то организацию входите или куда-то входите, то есть вы будете грязные, мокрые и будет репутация испорченная. То есть давайте строить по-другому новую политику. Новую политику, то есть новым государством я бы с радостью советовал бы браться и заниматься ним очень серьезно. Почему? Потому что, ну, вы машину водите так, понимаете, как машину водить надо? Ну да. Все, то есть что надо для того, чтобы иметь желание, правильно? Чтобы машину водить, иметь желание. Да. То есть надо иметь саму машину, то есть знать ее техническое состояние, а потом надо очень четко понимать, на какие ресурсы вы будете, ну, то есть на какие деньги вы будете существовать для того, чтобы руководить этой политикой, потому что без денег вы не выживете. Именно в политике, потому что там тоже есть определенные правила игры. Плюс на перспективу, что вы должны заранее понимать. Если строить новое государство, не трогайте это, не ломать ничего пока, не делать Майданы, а строить новое государство, на какие деньги оно будет существовать? Вы обратно налоги хотите? Или что вы хотите предложить народу? Потому вот сила людей, чем она интересна на перспективу? Если бы она сформулировала для народа Украины, то есть новое в принципе государственного устройства. Вот, не знаю, как вы, вот если я открою в Украине 50 тысяч колхозов, можно я государство новое возьму в долю? Все, вот так и будем думать. Выгода государства. Она свое не будет ломать. Сейчас они не заинтересованы. Идите в Министерство сельского хозяйства и побеседуйте с ним. Это невозможно. То есть любой чиновник будет препятствовать непонятно кому чему. А когда новое государство будет, тем более государство будет заинтересовано в этом. Почему? Потому что ему надо насосуть. То есть группа людей будет, которая понимает изначально, что она в своих правах будет немножко ущемлена. Почему? Потому что они чиновники, им много чего нельзя. Но в то же время они должны четко понимать, как руководить страной.
А как это сделать? То есть, самая простая ситуация, если в любом городе, районе, селе будет громада, то есть люди, которые на месте будут знать свои потребности. Все, и потихонечку будут сами себе рулить там, почему-то, потому что с Киева не видно, что творится там в Луганске, в Донецке, в Крыму, ну не видно просто. А на месте люди знают, что они хотят. Но собирая налоги, надо четко понять, сколько отдать государству денег. Вот тут пока непонятно, потому что государство хочет все и само распределять это. Угу. Ну, а так вот, если... буду баллотироваться в депутаты, городской совет. Мы же будем тоже вообще решать вопрос бюджета городского, что потратить деньги, что построить. Ну, я не знаю, как вы смотрели, ну, в смысле так, чуть-чуть, чем Кернер занимается, чтобы вы понимали изначально. То есть он руководит чем-то там, что-то делает, правильно? Угу. Ну, то есть это как в общем понимаете. Вы понимаете, что весь город его платит дань? Да. Глупый вопрос. За что ему платят деньги? Ну, грубо он снимает там, как раньше рэкетеры были. За что ему платят? Почему именно он? Почему как только случилось Майдан, как только случилось, Кернер, он буквально за сутки смыл со страны. Моментально. А теперь очень будете сейчас смеяться, очень смеяться будут. Его окликнули и сказали, ну быстро вернулся назад, быстрейшим образом. Он приехал, потому что ну ничего ж не случилось, чего бежать из страны? Ну на Майдане 10 человек шины палят, а рядышком буквально, ну я ж сходил, посмотрел, мне ж интересно было, потому что ну голодные ж ходили там, пришлось помогать там немножко едой. То есть специфика, вернулся, дальше что? То есть в курсе, что ж его подстрелили. Вот мне очень интересно, кто ж там сидел и стрелял-то? Чего он сразу поехал лечиться в Израиль? Не, ноги непонятно откуда растут. Потому есть много такого чего, что обычный гражданин, который не то, что не понимает, не знает, он даже не понимает, в какую игру он влазит. То есть есть там шахматы, есть, что там еще есть с игры, есть домино. Да, есть что хочешь это самое. То есть в какую игру с вами будет играть или какую вы будете игру играть, я честно, я не знаю. Но я знаю точно, что власть будет с вами играть в поддавки, на шалабаны. И поверьте, она не шутит. То есть я не просто говорю власть, то есть группа людей, которая облемена определенными там полномочиями. Я могу даже не пример приводить, а чтобы вы заранее понимали. И генерал, который сидел у себя в гараже, никак не мог застрелиться. Вот как вы считаете, жена дома, я не знаю, как ситуация у вас, для меня немножко она дикая, то есть почему? Жена дома, жена знает, что муж сидит в гараже, она что, не может хай поднять? Может, но она сидит молча. Мужик бегает по гаражу и никак не может застрелиться. Ну смешно, это говорит о том, что своя специфика есть в государстве, понимаете? А потом, когда он застрелился, он поднял пистолет, еще раз застрелился, он что-то повесился, было вообще замечательно. Чтобы понимание было, в стране что-то такое творится, что вообще непонятно, зачем они это делают. Но есть какое-то объяснение. Я это объяснение не могу пока понять. То есть кому-то это выгодно, но кому? То есть, чтобы вы понимали изначально, куда вы лезете. То есть на сегодняшний день это не просто холодная вода, это как кислота. Вы туда войдете, а выйдете ли вы назад? Тому зайдя в политику или во что-то, хватит ли здоровечка? В лучшем случае шишки будут на голове. Не знаю. Ну, появится нет, вы не виноваты будете, просто так. Есть желание помогать обществу и чтобы этот бюджет. Это, понимаете, это слова. То есть давайте будем не обществу помогать, а давайте сделаем так, чтобы вы заранее говорили людям, люди делали, они просто будут слышать вас. То есть вы будете говорить, что я хочу, чтобы были в городе, я беру только пока Харьков, то есть, чтобы в городе было 10 новых инвестиционных проектов. Сразу переводите это в бизнес. Вот попробуйте сделать себе и показать мне, вот какие направления можно было бы взять сейчас по Харькову. Вот что надо в городе такое сделать, чтобы жителей не то что заинтересовать, а автоматически сделать совладельцами этих бизнесов. То есть Харьков ваш. Это как понимание того, что по-другому вы им ничего не платите. Гречку предлагать. А тут же первый раз в жизни, это самое, не трогая государство, вы сами, как люди по Украине, можете сделать условия для развития государства. То есть перевожу так,
самих себя через государство. И при этом, естественно, чисто старых чиновников придется увольнять. Ясно. Ну, Валерий, я буду стараться. Я вот сейчас работаю. Я сейчас... я живу на Салтовке, у нас район есть там такой. Там многоэтажки. 16-12 этажки. И есть дома кооперативные. Сейчас я вот связываюсь с председателями кооперативов домов. Вот. И хочу, чтобы они поддержали мою кандидатуру, объяснили людям, что я тот человек, который будет в городском совете отстаивать интересы этих жителей. То есть вы один из депутатов, которые, а их там много, я не помню количество сейчас, и вы сможете пообещать, что вы им что-то дадите. То есть у вас будет маленький бюджет, и вы сможете там поставить детскую площадку. То есть рабочих мест вы не сделаете. То есть управлять районом или микрорайоном вы не сможете. То есть вам просто не дадут. Вы же должны заранее понимать. То есть в городе есть группа людей, которая сбрасывается для Терниса, допустим, деньгами. И тут вы пришли и сказали, а ну вон отсюда. Ну, то есть, мне бы очень хотелось, чтобы вы, вне зависимости от возраста, посмотрели на жизнь немножко с другой стороны. То есть не только четыре стороны света, а есть еще и сверху и снизу. То есть есть шесть сторон света, ну как бы как куб большой. То есть есть много такого чего, что вы не то что не знаете. Ну, то есть если вам дать машину, дать бензин и сказать езжать, то вы даже по-человечески вы никуда не поедете. А куда ехать? Потому то, что вы хотите сами сделать, ну это физически нереально. То есть это надо, вот как вы в партии, там еще люди могут подсказать, потому что скажут, что делать. Или научат, что ну, какие-то там тренинги будут проводить. Но меня бы очень устраивало, что вы пошли немножко другим путем. Вот берите, вот я могу по Киеву сказать, потому что могу по Харькову. У вас в Харькове есть определенное количество районов, правильно? Да. Отлично. В каждом районе такой, как вы. Я буду говорить чокнутый, потому что нормальный человек туда не полезет. Чокнутый. Правильно? Потому что, ну, вы понимаете, что вы голову в гильотину засовываете, только вы не знаете, когда она сработает. Ну, да. А сколько там районов по Харькову? Ну, 9. Так, чтобы не... 7. То есть 7 человек должно сесть у вас за стол. Вот считайте, что вы губернатор, мэр, там по-новому как там будет называться управляющий города. Вот вы сели, и вот у вас 7 человек... должно сидеть за столе. То есть это те, которые будут порайонно у вас работать. Да. То есть не вы работаете, вы им говорите, что надо делать. Не забывайте, что вы их финансируете. Если вы рот открыли, вы даете им деньги. Где вы их взяли, это никого не интересует. Чтобы вы понимали. А теперь они на месте, на микрорайонах создают условия для создания рабочих мест. Я же говорю, хитрость ваша или украинцев должна быть. Украина должна очень быстро стать совладелицей государства. Почему? То есть на сегодняшний день, там в течение 3-5 месяцев, максимум 10, жители Харькова должны быть владельцами всего, что есть в городе. Вам не отдадут это ж понятно. Такая драка начнется. Потому идите путем самым простым. Сделайте новенькое. Потому что старое вам никто не даст. Землю никто не отдаст, ничего не отдаст. Если вы учредите новый бизнес, вам слова никто не скажет. Почему? Они вам не поверят. То есть власть может просто не сориентироваться. Ну, чокнутые какие-то там, что-то захотели и что-то сделали. Но ведь хитрость ваша в чем должна быть? Чем и украинцы интересны? Они всегда выходили в любых сражениях, если они понимали, что они делают. То есть не победителями, они понимали результат и понимали, что это стоит. Поэтому, по мне, если люди, которых... Вот сейчас основная задача – это люди. То есть не специалисты даже, а обычные люди. Чтобы их можно не то что научить, чтобы они понимали, что надо делать сейчас в Украине. Вот я как пример тоже приведу. Где мне сейчас взять 50 тысяч управляющих на села? Вот это нереально для Украины. Тем более, это ребята должны быть, ну они в течение 3-5 лет, они село должны поднять как не знаю что. Это же не только предприятие наладить, не только дать людям работу и все остальное. Управляющий должен иметь 10 бригадиров у себя по направлениям, там молоко, помидоры, огурцы, и пошло-поехало. Кроме этого, должно быть непроизводственная еще сфера от туризма, там, и вплоть до домов престарелых. То есть, чтобы понимание было, на что мы, вот, ну, то есть моя группа на что согласна, почему? Потому что мы понимаем, что сам народ не поднимется, неподъемная эта работа. Но группа людей по селам, районам, городам, то есть,
могла бы это сделать. Почему? Потому что не везде получится, мы знаем. То есть это от людей зависит. Но из 50 тысяч, если 5-10 колхозов начнут работать, поверьте, Украина сама себя уже прокормит. А это очень важно сейчас. То есть в любом селе, районе, области будет управление. Почему? Потому что вот прошла децентрализация. Ну, глупейший вопрос. К кому обращаться? Вот что-то случилось. Кто-то умер, какая-то беда. Что-то в селах, районах, городах произошло. Вот к кому обращаться? А после децентрализации в селах никого не останется. Управленцев не будет. То есть селера душ закрывают. В районах, ну дай Боже, чтобы у него мозги сработали, потому что на него все свалится. Плюс ему передадут полноважения, деньги забудут передать. А если дадут, то 31 числа, 11 месяца. За день, до, ну, за сутки до закрытия банка. Чтобы понимание было, то есть народ сильно обманут. В городах я даже не могу представить беды, которую они могут там натворить. Почему? Потому что местные чиновники будут... Новых людей нету для того, чтобы управляли Украиной. Просто нету. То есть там народ не хочет ничего делать. Потому народ ругать бесполезно. Что он... Они как индейцы. Они не понимают изначально, что их истребят. Мне вчера или позавчера с Вашингтона просто паренек, ну так, переслал как бы там три слова. Говорит, у вас в Украине вы или тупые, или не понимаете, у вас геноцид начинается. То есть на сегодняшний день 25 миллионов украинцев должны лечь в могилу. Вот, чтобы понимание было Украины. А украинцы, вот, прошла голодомор, а украинцы улыбаются. И не понимают изначально, что кто-то взялся за Украину, не Россия, не война, кто-то серьезный взялся. И будут уничтожать так, что аж... Вот, я не знаю, как вы, я что зашевелился? То есть, вот, как понимание, то есть, вы говорите, разговаривать не надо. Если не говорить, то вообще можно ничего не говорить. То есть 25 миллионов людей ляжут в могилу. Не знаю, как вы, мне бы хотя бы миллиончик себе людей забрать. Поставить на работу, дать им все в руки и пусть работают. Если они умные, они еще 5 миллионов приведут. То есть вся родня, все свои зашевелятся. То есть мне надо по селам в будущем, не сейчас, по 100 тысяч населения, то есть 500 миллионов населения мне надо в Украине. Ну, и, вот я не знаю, как вы, мне сейчас компьютерную программу надо изучать? Я не вижу в этом смысла, ну, честно. Ну, человек как бы настаивает, а мне как-то неудобно, потому что, ну, она мне не нужна пока. Почему? Потому что я обладаю какими-то возможностями, которые могут дать, не учить сейчас компьютер надо. А надо, чтобы в каждом селе был интернет. А он и так есть, но там качество немножко не то. Хотелось бы, чтобы лучшее было. Потому что с специалистами беседовали, говорят, Валера, кабель надо прокладывать. Я говорю, так что вопрос? Они говорят, деньги, все. То есть в Украине большинство вопросов можно решить за деньги и при условии, что знаешь, кому их отдать. Потому если вы идете во власть, давайте ваш поход туда сделаем не так, как вот Санчо Панчо ходил за вот этим, что с мельницами сражался. Чтобы вы хотя бы понимали, куда идете, что делаете и зачем оно вам лично. При этом, если сила людей, название это хорошее, я не знаю, как ты, эти, вот там, еще какое-то объединение людей в Украине, ну, шевелится, это спильно справа, что-то там спильно справа так шевелилось, сейчас не могу понять, само название шикарное, общее дело, спильно справа. Кроме политики, ну сделайте вы хоть что-нибудь для людей. Все, они превратились в политическую структуру, ничего не хотят делать. Я начальника штаба смыкаю постоянно, а он на меня смотрит и говорит, Валера, ну что ты хочешь? Ну у нас выборы, все. То есть у них договорка сейчас прекрасная. Хотя по мне, если левая рука будет заниматься политикой, а правая будет заниматься спильными справами, ну шикарное название. Это говорит о том, что в будущем можно такой лозунг делать, то есть общее дело для всего народа. Сила людей то же самое. То есть, если люди действительно понимают сильное и хотят развиваться, они должны понимать, что надо делать. Потому что противодействие будет очень бешеное. Ну, 2 миллиона чиновников в Украине. Ну, вы думаете, как? Они что, не согласятся отдать кусок хлеба, и чтобы 40 миллионов людей начали управлять своей страной? Ну, это нереально. Ну, чтобы понимание было, что вы же не ребенок, вы понимаете, вы пришли во власть, и вам все отдали. Ничего не отдадут. Еще пострадать. С чего начинать? Я считаю, что для каждого населенного пункта, если вы там проживаете, я бы даже на вашем месте, ну, вот чуть-чуть пройдет там неделя, две, три, уже пообщаемся хорошо.
по городу можно провести даже конкурс инвестиционных проектов, не трогая власть аж. Просто не трогая власть. Я вам поскидываю тоже информацию. Все, пусть люди знают. То есть по городу можно иметь свою группу людей. Просто спрашивать у людей, что надо помочь, поднимем, оповестим. Надо власть потрогать, потрогаем власть. Потому что у нас с ними тоже свои отношения. Мы любим друг друга на расстоянии. Они меня не трогают, я их покажу. Потому что я не вижу смысла. Майдан прошел, результат. То есть ничего. Второй Майдан пошел, ничего. Сколько надо Майданов? Тем более люди, которые делали Майдан, те, что на улице были, я их видел. Те, что руководили. Ну, и если кому непонятно, посмотрите на премьер-министра. Я никому не поверил. Никому, просто никому не поверил. Пошел в Кабмин. Посмотрел, как оно стула кидает, как бумажками бросает, как дверями трахает, нервничает, психует, Кабмин ведет. Мне просто интересно, потому что должность сама должность, она не может так себя вести. Понимаете? То есть ведет себя человек, правильно? Оттуда, естественно, вопрос. Откуда он взялся? Почему он стал? Почему президент два раза говорил о том, что он должен быть? И так кричал на Верховную Раду, что только я ценю, попробуйте кто-то поперечить. Отсюда вопрос, значит, кто-то попросил кого-то, чтобы оставили Яценюка или назначили Яценюка. Ну, а смысл в этом? Ну, сколько надо времени, чтобы там обычные люди, они вот по селам, районам, городам, они 40 минут мне рассказывают, что власть плохая. Я спрашиваю, меняйте. Что вам мешает поменять власть? Не на выборах даже меняйте. Идите в сельраду, возьмите его под ручки, выведите на улицу, дайте копняка, и хай бежит, сколько может бежит, это дай Боже. Все. Посадить людину, вот сейчас посадить людину, чтобы все, честно, сели за стол, поговорили, а в селе некого назначать? Ну, просто нету. Я тогда у мужика, который в селе руководит, спрашиваю, где тебя взяли? Там такой маленький, кругленький, пузик такой красивенький, 9-й месяц, это как минимум пузо. Я спрашиваю, где тебя нашли? Ну, по-человечески можешь сказать? Ну, в лесничестве. Он с мужиками там две машины леса продавал, ну, продавал, украли, не знаю. Я спрашиваю, вы пьяные были, да? Приймали, посадили, быстренько привели до чувств, и все. Он уже в сельраде командует. То есть на сегодняшний день у чиновников уже закончился, ну, молодежь почему-то не назначают. Я не знаю причину, почему-то пользуется пока старыми кадрами. Могли бы назначить молодежь, она, конечно, больше дров наломала, но хоть что-то менялось. Нет, пользуется пока старыми кадрами. Потому что правительство пришло, ничего не поменялось. Теми кадрами, которые были при Януковиче, воспользовались они. В прокуратуре вы будете смеяться. Поменяли водителей, уволили под люстрацию. Уволили водителей, уборщиков. То есть никто с прокуроров не пострадал. Никто. То есть те, которые действительно виноваты перед украинским народом, никто не пострадал. Чтобы понимание было, то есть к судам, не знаю, я могу за ручку завести в Печерский суд. Посидите в коридоре, поулыбаетесь, там сидеть можно, то есть зайти немножко тяжеловато, но посидеть можно. Послушайте, улыбаться не будете, потому что до улыбок там уже навряд ли. Послушайте, как все решается. То есть могу дать послушать, как они разговаривают. То есть специфика, то есть, а это же все люди украинцы, то есть, потому говорю, группа людей, которая сейчас в Украине руководит страной, они очень сильно провинились перед народом Украины. Я не знаю, как вы. Вот я просто в одном селе посмотрел, как, ну, женщина просто жалуется, сильно много денег надо платить за газ. Ну, сильно много. Она показала платежки, ну, до слез. Я говорю, а ты можешь мне объяснить, ну, вот, по-человечески, чтобы я понимал, и ты поймешь. Ну, вот, я сейчас как бы консультацию с вами сделаю, а вы мне сориентируете, правильно? Сориентируйте меня по газу. Я беру условно месяц, правильно, 30 дней. То есть, если взять условно вот ведро воды, да, вылить и наполнить целое ведро, 10 ведро литра, то есть, ну, условно газом, он такой же в жидком состоянии, ну, только, чтобы вы понимали, вот, у вас стоит ведро с газом, вы в течение месяца, но максимум, квартира или населенный пункт без счетчика, максимум, что вы за месяц тратите, это там 10 кружек этого газа, ну, в плане том, что если брать кружки, что чай пьем, вот, в остальном практически пол ведра, даже больше, остается газа. Но вы за него заплатили. Вот так 12 месяцев людей дурят. То есть на сегодняшний день
толком, сколько человек потратил газа и сколько надо, чтобы за него платить, никто не знает. По закону Украины, компания, которая предоставляет услуги по получению газа, должна установить счетчик. Человек сам не имеет права его ставить, потому что он может, ну, ошибиться. То есть они все равно же приходят ставить пломбу, потому все они должны сделать. А человек должен там через какое-то время, через ценовую политику он выплачивает. Тогда понятно, сколько человек потребляет этого газа, воды и всего остального. Потому что за рубежом они вообще молодцы. Они даже, чтобы в туалете отходы тоже поставили на счетчик, потому что сколько сливаешь, стой плати. Потому что действительно это все перерабатывать надо. Потому Украину надо развивать не словами, что давайте что-то поменяем. Технологический прорыв. И такой, чтобы аж весь мир позавидовал. Чтобы у всех стран слюна потекла. Как это сделать? То есть с таким населением, которое сию секунду присутствует в Украине, ну это нереально практически. Почему? Потому что это то же самое, что сейчас инопланетян сюда привезли. Где их взять, этих инопланетян? Ближайшие солнечные системы не отсутствуют. Поверьте, я владею информацией. Потому по мне, меня сейчас очень устраивало, что группы людей, друзья, знакомые, родня, соорганизовавшись в любые структуры, как хотите называйте, по селам, районам, городам, сами захотели что-то делать. Вот просто захотели, заранее понимая, что они будут иметь, вот что они должны иметь, зарплату или право владеть своей собственностью. Пока украинцы этого не поймут, в стране будут постоянно какие-то негаразды. Есть вопросы на то, что сказал? Ну что, хорошо, тогда отключаемся. Да, давайте. Все, держим будет? Связь тогда. Да, это обязательно. До связи, давайте. Да, до связи. Все, до связи. Да, до связи. Алло? Так, ну что, начнем? Или еще кто будет? Ну ладно, да. Угу. Да. Так, на весь экран разверну, чтобы мне получше видно. Так, вот здесь можно вот на каждом этапе, допустим, вот взять срез, допустим, вот трактор, да, вот кто сейчас именно занимается этим трактором, где он находится, допустим, да?
То есть можно, допустим, прилепить датчик к дизелю трактора, да, и по мере расходования бензина данные будут вноситься автоматически через интернет, допустим, вот в эту схему, да, и будет уже показан, допустим, ну, списание уже, не надо будет сидеть, как сейчас люди, допустим, списывают там, сколько из расходов, померили, да, то есть можно это будет все автоматизировать. И учить, специальность учетчика убрать из обращения. Но дело в том, что социалистическая система она предполагает более высшую производительность труда и более высший контроль и учет всех параметров, в отличие от капиталистической. И исключение субъективного фактора из этого процесса. Потому что любой субъективный фактор – это возможность, как говорится, это манипулировать данными, правильно? Человек. Если это будет все автоматизировано, то есть от человека ничего не будет зависеть, тоже и смысла воровства уже, то есть мы исключаем саму возможность производить какие-то нечестные действия внутри каких-то производственных процессов. То есть это в перспективе, но сейчас я согласен, хотя бы начинать с этого надо. Понял. А потом уже развивать эту систему постепенно, то есть она должна быть не просто разделанная и навсегда, а постоянно совершенствоваться, уточняться, добавляться по мере развития и средств техники, средств связи и вот этих как там интернета скоростей, да, и датчиков там технологии. И в перспективе, что полностью человека вывести из этого процесса. И управленцы уже не нужны. Вот люди пришли, допустим, нормально, да, посмотрели любой там делегируемый, проверил весь процесс, да, и, как говорится, доложил там на собрании, что все нормально, ну, как это, ревизия, да, проведена, никаких замечаний нет. Секунду. На записи забыл микрофон включить. Так, вот. Свой. Теперь будет записываться мой микрофон. То есть в целом система, естественно, будет развиваться. Никто не говорит о том, чтобы взял и забросил, да. То есть я лично собираюсь долгосрочно этим проектом заниматься, постоянно его дорабатывать. Что касается конкретных технологий. Да, изначально мы можем вносить это вручную, то есть это будет просто запись баз данных, потом эту запись баз данных может менять устройство автоматизированное, специально сделанное для этого. Да, само по себе устройство мы тоже в этой системе можем его спроектировать, разработать, заказать, спланировать и сделать. Да? Если у нас это получится, если мы сможем, грубо говоря, добиться того, что у нас вообще все можно выполнять в рамках нашей какой-то конкретной организации или команды кооперации, да, то получается у нас просто автономное хозяйство, которое может все что угодно самостоятельно делать. То есть в идеале нужно стремиться, чтобы каждая команда была максимально автономна. Вот. Но в целом, например, если мы используем совсем новинки технологические, которые сейчас будут появляться. Вот, например, Microsoft делает голографические очки, да, с дополненной реальности. Они буквально там через месяц-два будут доступны в продаже. Mm-hmm. А что эти очки делают? Они сканируют трехмерное окружение вокруг. То есть не просто видеокартинка 2D, да, то есть матрица такая. Ну, сейчас телевизор же есть такой, вот у меня телевизор, включаешь там. Там есть программно, а есть специально уже снятые с этими с двумя камерами. Вот. Уже специально идут целые трансляции. Вот. Там очки одеваешь. Конечно, где снятые, там намного лучше. Но когда программно сдвигается, то есть вот так здесь, то, ну, тоже объем есть, но уже не такой, естественно. Вот. Оно будет как раз сканировать 3D, и оно будет 3D-модель. То есть вот оно, допустим, там может быть не 360 градусов угол обзора, но, допустим, 180. Вот эти 180 градусов оно постоянно сверяет с моделью трехмерной в памяти. То есть, по сути,
грубо говоря, это устройство, если мы надели его на тракториста, оно позволяет точно определить, что видит тракторист, что он делает в данный момент, куда он смотрит. Конечно, еще пока нельзя будет узнать, о чем он думает, но нам это пока и не нужно. Ну, это сейчас я был там на встрече, там сейчас же уже разрабатывают эти как нейроинтерфейсы, да. Там вот ребята выступали у нас тут, ну, в Москве, может, ты бывал на этих, как, в Дарвинском музее. Да, да, да. Там как раз вот они выступали тогда и рассказывал как раз, как вот снимать информацию, то есть они уже к этому подходят. Ну, скажем так, какую-то информацию снимать можно, но это всего лишь будет, грубо говоря, альтернатива нажатия кнопки пока что. Технологии только до этого дошли. Нет, ну самое главное, что направление-то разрабатывается, а в перспективе, конечно, как паровоз раньше был, а потом же паровоз усовершенствовали, он уже более там стали. Так же здесь. Ну, или, как я приводил пример на одном из предыдущих видео, как раз по этому же проекту, допустим, человек в таких очках подошел в комнату, на склад, например, да, видит коробку. Вместо того, чтобы ему какой-то штрих-код считывать или читать, что он на коробке, он может просто посмотреть на нее и тут же увидеть о ней информацию. Как только он ее взял в руки и начал перемещать, тут же идет автоматическая запись в базу данных, что меняется, в данный момент происходит изменение положения этого объекта и записывается, как это изменение происходит во времени. Да? То есть мы всегда сможем отследить, кто, когда и зачем трогал эту коробку. То есть это я-то с ясновидцами встречался, у них такая возможность, ну, как бы они видят вот в этом моменте, то есть как бы вот это называется голография или как там называется. Ну, это голограмма, да. Да. Когда информация считывается уже, кто бывал там 1000 лет назад на этом месте и какие события происходили. Ну, вот пока вот еще не доросли, но уже тоже к этому технологии же подходит, чтобы как там просматривать будущее. Ну, прошлое. Примерно аналогичное будет доступно и здесь, но тут идея в чем? Не в том, что это будет прям запись трех... Ну, я думаю, что для нас это сейчас не важно, читать мысли других людей. Ну, понятно. Сейчас нам главное контролировать процесс производства. Я говорю о простой вещи, что вот это на первых порах можно будет даже реализовать, что хотя бы просто отслеживать перемещение тех же самых коробок или просто ресурсов в пространстве. Нам всего лишь-то нужно знать, что поменялось там их x, y, z координата. А все остальное хранить как бы в общей базе данных даже, может быть, и не обязательно, как именно это происходило. Вот. Так, ну, в общем, можно, наверное, долго обсуждать, что из этого может получиться. Вот. Но идея простая. То есть вот есть сетевое планирование и управление, такая концепция, разработанные еще в СССР. Я, конечно, вот только видеоролик смотрел сам, глубоко не изучал. Но в целом то, что здесь изображено, оно очень похоже на то, что уже применялось на практике в СССР на заводах. То есть, если, грубо говоря, мы найдем где-то документацию по каким-нибудь турбинам или там самолетам или еще чем-нибудь в виде бумажного вида, да, то мы, в принципе, можем это как минимум сюда перенести, и оно здесь тоже будет работать, и уже начать от того, что было в бумажном виде, отталкиваться. То есть, например, здесь уже это можно будет редактировать и развивать, предлагать альтернативные варианты производства и так далее. Вот. Плюс эту информацию можно будет по мере того, как это будет правомерно, ее открывать. То есть, если есть какой-то патент, да, то его производственную карту, если там, допустим, 70 лет прошло или более, вполне себе можно открывать. Вообще, то есть патент становится общественным достоянием, соответственно, и все технологии, которые базировались на нем, тоже могут потенциально становиться общественным достоянием. А все это дает возможность любому школьнику это и изучить в качестве там практики именно учебный, так и поучаствовать в реальном процессе на одном из предприятий. Вот. И как бы сейчас задача вот поработать с этой визуализацией, попробовать представить, как это будет выглядеть на компьютере, как это будет выглядеть на мобильном телефоне. И вот конкретно сейчас предлагаю попробовать задачу сделать так, чтобы это дело можно было редактировать, чтобы это было уже чуть проще
чем это... То есть весь этот поток можно разбивать на какие-то процессы, да, тоже дизель, да, ряд вот этих процессов. То есть это в основном, я так понимаю, что может быть еще пригодится для того, чтобы определять себестоимость продукта. Если переходить на прямой товарообмен, допустим, минуя деньги, то есть как раз можно будет вычислять затраты энергетические, все потери при производстве конкретного конечного результата. Да, причем... Меню продукта. И уже будет уже более-менее объективные, как говорится, это денежные единицы. Там, ну, там, допустим, калория, да, или что-то там, киловатт-час. Ну, грубо говоря, чем точнее будет вот эта производственная карта составлена, тем точнее будут расчеты, тем точнее можно будет... Тем справедливее будет обмен между... Да. Оценить вклад каждого человека или там автора этого изобретения или производственного процесса в общее дело, да. То есть, насколько, например, можно сделать, допустим, был существующий один производственный процесс, а мы взяли, сделали другой, который на 30% эффективнее. То есть, хоп... Ну да, ввели какие-то параллельные уже там связи, то есть распараллелили некоторые процессы, да? И в какой точке они соединились, и это ускорило уже там не два дня, а за один день уже происходит. Ну, они в любом случае достаточно глубоко связаны будут, если это альтернативный производственный процесс, они будут связаны тем, что они будут одни и те же входные ресурсы, да, то есть, например, поле, там, дизель, там, мельник, тракторист, и одни и те же выходные ресурсы, например, мука. То есть все будет именно по внутренней структуре вот этих вот процессов, вот, да? Но внутренняя структура у них может быть отличаться, и из-за того, что она отличается, может быть разная эффективность. То есть, ну да, быстрее или меньше, и качество, да? Да. Вот. И, соответственно, мы можем хранить в базе данных всю историю всех производственных процессов, которые есть, но каждое предприятие выбирает для себя наиболее адекватный вариант. Или, например, если не нашлось вот точно такого, которое нужно, берет и трансформирует его. То есть, по сути, это мы делаем некую Википедию, да, для производственных карт, да. То есть, таким образом получается, что каждый человек уже может редактировать не просто информацию какую-то, да, статью о каком-то ресурсе или там объекте реальной или виртуальной там жизни. Здесь есть возможность повлиять на то, как каким именно образом будет происходить производство. Но и за счет того, что это уже в базе данных в электронном виде, это потенциально автоматизируемо. То есть потом можно просто роботам дать указание, то есть в этих местах там сделать робота, который может быть трактористом, сделать робота, который может быть мельником, да, и их, грубо говоря, в эту производственную цепочку точно так же подключить. Место людей, например. Но это уже как бы далекое будущее. Уже когда, да, замена людей полностью уже из производственного процесса и замены их автоматизации и роботизации. И компьютерным управлением. Человек только будет заниматься составлением программ, да? Составил программу, на входе средства внес там эти, как там, а на выходе уж получил. По сути, на самом деле, алгоритмы программы, они также выглядят. Это тоже вот эти вот блок-схемы, или как на английском это называется, flowchart, да, то есть... Давай мы по-русски будем, чтобы нам понимать друг друга. Потому что все-таки я считаю, что надо все на русский переводить. И... Ну, а на английский они лучше пусть они под нас подставят. Я думаю, я как бы английский хорошо знаю, я все-таки мир люблю, какой бы он ни был разнообразный, я могу сделать им одно маленькое упрощение, перевести с русского на английский. А дальше они уже пусть на свои языки переводят, кто хочет сам. Но, тем не менее, со всеми будем взаимодействовать, потому что если эта система начнет развиваться, скажем так, во всем мире, то у нее больше шансов развиться, потому что она получит больше практических применений, больше обратной связи и так далее. Вот. И таким образом мы получим, что чем больше ей пользуется, тем лучше она работает и эффективнее. Вот этим и отличается материальный продукт от информационного. Материальный продукт, чем больше им пользуется, тем он быстрее портится. Да? Да. А информационный продукт, чем больше им пользуется, тем больше совершеннее он становится. От этого. Ему добавляют, увеличивают там, и так далее. Да? Ну да.
Ну, в принципе, информационным продуктом здесь можно считать еще и проект, то есть чертеж какого-то реального продукта. То есть, когда мы что-то материализовали, да, у него, он, оно теперь только на износ существует. Но до тех пор, пока это в виде виртуального образа, да, то есть некой концепции, идеи или просто чертежа, чем больше мы прорабатываем, чем чаще мы этим пользуемся чертежом, да, естественно, тем больше мы можем обратной связи получить, и тем больше он развивается, да. Так. Вот. Ну, собственно, сейчас вот так вот выглядит у нас сайт. Сейчас сам сайт по себе очень просто сделан. Всего лишь две странички. Первая страничка такая. Часы, грубо говоря, с одной стороны, с другой стороны такая небольшая вдохновлялка на будущее, чтобы было такое, не забывать о глобальном видении процесса, да, то есть есть у нас Солнце, собственно, Земля, вокруг нее Луна крутится, вот, и, соответственно, то есть вот у нас дата, да, 19 августа 2015 года, но по сути это где-то примерно две трети года уже прошло. То же самое с Луной, две трети она пролетела вокруг Земли. И с датой, с временем тоже примерно у нас две трети дня. Ну так грубо, конечно. Все понятно. Вот. Ну и, соответственно, потом у меня план просто, вот, чтобы можно было сделать, чтобы вот эту штучку, например, на планету можно было ткнуть, например, перейти сразу к цепочкам или статистике о целом, что по планете происходит. Так. Можно разбить на страны, да, города, да, села, да, и полностью эту систему контролировать. Вот. Так. Вот, сейчас у меня что-то компьютер подвисает. Ну, он сейчас скоро отвиснет. Вот. Что самое интересное, уже сейчас сайт располагается на вот, основном сайте, хостинг есть такой, Cloud9.io. Чем интересна эта вещь, это как бы с одной стороны, это площадка для размещения своих проектиков, с другой стороны, она еще и среда разработки. То есть вот здесь вот у меня в другой вкладке, собственно, и есть вот эта вся штука, как она есть. То есть, грубо говоря, то, что видит программист чаще всего. А каким языком ты это программируешь? Там как есть Base, еще какие-то? В данный момент используется JavaScript. Почему JavaScript? Вот, потому что он поддерживается всеми мобильными устройствами, всеми браузерами на компьютерах, то есть он в этом плане един, и так получилось, что он еще и единственный такой язык, который максимально... Универсальный получается программирование язык для всех устройств. Ну, да? Иными словами, мобильный. Да, это один из немногих языков, где можно сразу сделать так, чтобы у тебя все работало на почти всех устройствах, которые только можно придумать на этой планете. То есть во всех браузерах, на всех мобильных устройствах. И поэтому пока выбрано это, и в принципе это единственный язык, который пока сейчас использую. Алло. Сейчас нормально пошел все.
Так, ну вот у меня такая вот, да, бывает проблема сейчас, я не знаю, с чем это связано, может, с Windows. Ну, это не связано с тем, что вот эти провайдеры, как там, да, провайдеры там. Может быть, это с провайдерами там связано. Сеть там не очень хорошо, хорошие сейчас. Может быть, это связано. То нагрузка возрастает, они ограничивают вот это как раз пользователей. Еще это может быть связано с тем, что я вот недавно на Windows 10 перешел, и он как-то вот у меня... Частенько бывает там... такое, зависает очень так серьезно. А там говорят многие, что хитрая эта система. Они сейчас перегоняют всех и псишников, и семерочников на эту десятку. Там у них там что-то они там таких жучков насували в эту десятку. И они там, короче. На тему этих жучков. Да. Ну, это сейчас мы не будем. Вообще отдельно. Поэтому, тема. Говорят, многие зависают как раз, как ты говоришь, там. Вот. Десятка. Так. Ну вот сейчас не знаю, у меня, судя по всему, это опять. На Mm-hmm.